праздником, праздником души, духа, не знаю, всего самого прекрасного, что есть на Земле. Самый светлый праздник, так как 7 января. Сделаем просто 7 движений из 7 повторений. Я сделаю хотя бы один круг, но если получится, сделаю 2. Первый комплекс в этом году, на самом деле, я отдыхал долго. Последний делал практически недели 2 тоже. Вот, но заодно надо немножечко включаться. Гнать не буду, темп небольшой. Да. Потихоньку, главное доделать до конца. Да, самое главное. Все, ребят, всех с праздником. С праздником, поехали. 7 выбросов, начинаем. 53 килограмма здесь. Шесть. Хорошо. 7. Поставил. 7 подтягиваний. Семь бурпи. Семь отжиманий в стойке. Семь прыжков на бокс. Семь. И 7 под носом ног в перекладине пресс. Вот такой вот комплекс, друзья. Если у вас есть желание делать 5 кругов, 10, 20, желаем вам здоровья и удачи. Ну, ты будешь продолжать, да? Да, наверное, продолжу. А Виталик продолжит, потому что время мы не засекали, друзья. Просто показали комплекс, который Виталик придумал и сделал. Все. Все, удачи, друзья. С праздником. Всем хорошего года. И проведите его с толком, с чувством, с расстановкой. Все, всем здоровья, всем пока. Будьте здоровы.